Лена Степанова. Ай, ребята, приехали. Елки-палки, смотрите. Макушка была и нет. Это вот этот стог. Потом вон те два. Там два. Пять стогов. Там копна. Их мы метали самые первые стога. Здесь, на этом месте. И были они хорошо сметаны. Они были не острые, были тупые. Но вот, вот тут дует как надо быть. Частина сильно. И, короче, сдуло макушку. Управлять сейчас макушку, одевать смысла нет ее. Мы просто закидаем, потому что это надо уже везти. Домой возить сено с стога. Хотя, ну, кто-то скажет, какой это сток ягод. Да, ребята, да, здесь это копна, по-вашему. Пусть будет копна, первый укос. Так что грузим и поедем смотреть другие места. Все. Вот был бы остроносый, а то он не остроносый даже был этот сток. Это так. Ну, центр, я эти стога, первые стога я метал небольшие, центров по 15 где-то так вот. 15 центров, это примерно 5 рулонов сена. Ну, кто-то скажет, что будет, столько не будет. Ладно. Сейчас поеду туда. Знаете, а тут реально дует сильно, холодно. Даже смотрю, вот на камере батарейка начинает. -5. Че? -2 на ночь, -5. Вот так вот, -2, -5. Вот так. Ну что, закидываем мы это тоже. Собрали еще по одному. В принципе, не сильно. Степан в телегу залез. Здесь не сильно упало много. Сейчас поедем там посмотрим. Вот видно, как направление ветра шло оттуда. Вот. Завернул их. Так, что тут? Тут вроде сдуло маленько, но ерунда. Однако. Закидывать его на сток сейчас нету. Сейчас, в принципе, ну, тут тоже два навильника. Вот. Два навильника, а корова будет есть.
сено. Вот так вот. Уже отбили. Лошади там ходят чьи-то. Голов 20, наверное, 25. Вот. Отбили сено. Это уже и макушка тут целая. Так что, ребята, у кого-то лошади под надзором, а у нас. Ну это не. Я чьи лошади не знаю, вот честно скажу. Не знаю. Ну вот. Вот это все лошади покушали. Так что возить надо. Ой, возить надо так. Все, ребят, закончили грузиться. Знаете, у меня такое ощущение, как будто здесь специально кто-то взял и скинул эти макушки. Почему? Во-первых, объясняю. Вот следы УАЗика. УАЗик или джип, что-то такое в этом роде. Как будто на пакость. Подъезжали вот ко всем. Почему так говорю? Потому что вот этот перешеек или ветер здесь был, или что, вот практически у всех стогов завернуты с чупы и эти макушки скинуты. Здесь кусты, там вон лес, по идее,
По идее, здесь должна быть не сильно, ну, кусты должны сдерживать. Тут вот в этот закоулок. Вон там те стога не так пострадали, как вот именно эти. Для чего? Да хрен узнает. Может быть, я ошибаюсь. Я вот просто это моя такая вот гипотеза. Так, все мы загрузили, привязали, поедем домой. Поедем домой. Деду, наверное, сено отвезем. В принципе, можно пробовать возить. Блин, снежка мало. Вот снежка еще сантиметров 10 выпало бы, было бы вообще хорошо. Вот. Ну, вот так вот. Поеду отогревать супругу, замерзла говорит, сильно. Вот такие, ребята, у нас деревенские будни. Вот так и живем.